Друзья, очередной день поисков. Я в том же лесу, где находил монетку 3 копейки Александр II. И домик нашел. Вот. Сейчас приехали с дружком после обеда. И вот первая находка, решил показать. Дружок, дай же снять. Иди, пожалуйста, отдохни. В принципе, не такая ж находочка, но монетка 2 копейки. Поздний совет. Даже год не вижу. Ну, начало, забираем. Дружок гуляет, я гуляю. Отдыхаем. Сейчас доберемся до того домика и вокруг будем ходить. Там были пломбы, были царские монетки. Ищем. Друзья, хожу я с Альтер 71, 12-я частота на своей программе. В общем, довольно-таки интересная находка попалась. Довольно интересная находка. Это вот такая вот крышечка от люльки. Вот, выстучим ее сейчас. Вот такая вот крышечка закрывается. Вот если бы как-то эту еще и люльку найти, а? Как ее найти? Обычно всегда попадаются эти крышечки. А вот найти бы саму люльку. Она глиняная или керамическая. Да, дружок, поищи. О, клещ опять, смотрите. Опять у дружка клещ. Что ж такое-то? Что же они тебя так любят, дружок? А, малыш. Малыш. В общем, забираем эту находочку. Интересно. Интересно еще тем, что здесь где-то рядом квартальный столбик. Значит, здесь могла быть дорога между кварталами. И вот по ней ходили. Я как раз здесь поэтому ищу. Думал монетки, но нет, 2 копейки и вот крышка от люльки. Ладно, идем. Вот, кстати, и он, квартальный столбик. У меня был черный сигнал. Начал копать, пошли камни. Вот, значит, действительно рядом. Вот возле него где-то старая дорога. И что у меня звенит, интересно, смотрите. Камень. Этот не звенит. Ложим. Камень звенит. И что это? Руда, наверное. Так, а что ж звенело? Вот такой вот внутри камень. Наверное, оксид железа какой-то или само железо. Вот. Уже не звенит. Чудеса. Да и только. Помните, я вам говорил про возможную дорогу? Столбик квартальный. А вот смотрите, что я. Моя лопата, кстати, блондинка. Так, что я обнаружил в этих кустах? То, что я обнаружил, меня радует. Обнаружил я камни, друзья. Вот такие камни, возможно, это фундамент. Обалдеть. Смотрите, вот. Вон камни. И такой горбочек здесь.
Возможно, мы нашли фундамент. Сейчас будем... Вот камень. Сейчас будем тут искать. Крутиться. Смотрим. Так, друзья, немного отошел уже с того дома. Конечно, может, еще вернусь. Так, пошел, вышел на полянку. Тут сигналы, конечно, есть, фольгу всякую. А вот нашел сигнальчик. Отключил наушники, вместе послушаем. Что скажу, не очень чисто. Но около 80. Конечно, так может кусок железяки на глубине звенеть. Но надеемся, глубоко выкопаем и улучшится. Годограф. Давайте смотрим. Выкопал. Не знаю, что-то прыгает. Но так как мы учимся еще с прибором не так давно, то... Ха-ха! То в прямом эфире получилась монета. Вот так вот, двушка по размеру. Две копейки. Сейчас посмотрим год. Класс. Значит, на глубине 1900 какой там. Первый. Седьмой. Две копеечки. Отличный сохран даже. В мыло. Недельку-две. Фу-фу. А ну-ка, да, на сверху сейчас мы ее посмотрим. Может, прыгала из-за того, что она не одна. Может, такое быть. Сейчас глянем. Пробивается еще 80. Давайте я ее заберу. 76-80. Может, там еще одна монета. Что-то так кажется. Вот так. Вот такая вам поляночка интересная. Все, ищем дальше. Вон там возле дерева 2 копейки царские. А сейчас 2 копейки 80-й. Но самое интересное не она. А самое интересное, что, по-моему, здесь несколько сигналов. Давайте сейчас... Пин убираем, лопату в сторону. Наушнички отключаем. И слушайте. Короче, здесь где-то еще минимум 2 сигнала. Я думаю, рассыпуха советов. Где-то тут. Еще в ямке. Еще монетка. Кто-то вот пенечек, видите, кто-то сел тут. Дела свои поделать. Я бронил. 10 копеек. Вот не знаю. Вижу. А еще. Еще. Ага. Еще 2 копейки. 73-й. На этот раз.
Так, третья монетка. Еще где-то в этой стороне было. Тут, наверное, копеечка, тут вообще паршивый сигнал. Вот что-то вижу. А небольшая. Так, фокус где? Не вижу. Пятнашка. Четвертая монетка. Так, все, пин пока не видит. Пин в сторону. Прибор. Здесь. И здесь. Копнем. Опа! Чё так клад? Серуна называется. Сейчас выложим монетку-то. Две копеечки. О, уже. Уже четыре. Оп. Где-то тут есть. Во, еще 15, 79, пятая. Еще здесь. Где-то в стеночке. Вот она. Еще десюнчик. Прибор. Все. Ну все, смотрим, сколько прокекал кто-то монеток. Один. Эх, ветер. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Шесть монеток. 30, 40, 50, 54 копейки. Не слабо. Все, берем. Игнальчик. Пятьдесят шесть. Пробка, наверное. Копаю все. Здесь рядом домик, на котором находил пломбы. Торговые. Интересные. Какая-то медная штука. Похоже на ручку от ножа.
Вот так. Похоже, вот мне очень. Вот так вот ручка. Здесь вот железо, да. Заклепка. Складной ножик. Нож грибника. Дружок устал уже. Отдыхает. А мы ищем. Друзья, вот дружок уставший, он уже где видит, там и падает. А вот сигнал. Отличный. Отличный. Почти уверен, что копеечка. Ну, почти. Так как прибор еще изучаю. А может и серебро. А, губу закатал-то. Жара, друзья. Вообще. Капец сейчас. Сигнал-то не поменялся. О! О, в комочке. А что ж тут может быть? Ха-ха. А быть может медный поясок. Маленький медный кусочек. Звучит как монета. Облом. Ну ничего, ищем, ищем. И дружок тоже копает. О! Он копает с другой целью. Бедный дружок. Жарко. Все, друзья, идем домой. Сейчас к машине. Покажу находочки. Закончили чуть раньше. Вода закончилась у нас. И все, без воды, ну, невозможно. Жарище. Дружок пить хочет, ему последнюю воду отдал. Ну, в общем, зачем себя мучить? Покопали в удовольствие. Сейчас покажу находочки. Вот так. Смотрим. Ну вот, друзья, как обещал показать находочки. Так вот мы сегодня накопали. 2 копейки империя порадовала. Ходячка, крышечка интересная. И рассыпуха из 6 монет. Тоже было интересно. Ну все, друзья, кому понравилось, подписываем, ставим лайки. До нового видео. Пока-пока.